называется Фундук. Мы, по-моему, показывали, да? Когда он только строился. Да. И вот, по-моему, уже открыт. Вот такой вот магазинчик. На самом деле, вон там написано чаи настоящие. Индия, Китай, Африка. Сейчас пойдем. Кофе есть. Посмотрим. Правда, здесь пройти, чтобы надо переплыть. Промокли ноги. Ну, сделано, знаешь, очень как будто круто. Супермаркет прям такой. Большой. Огромный. Ой, смотри, какой интересный чеснок. Такой запах здесь стоит. Да, специи, сразу. Да, кстати, правда. Очень удобно. Фасовка. Фасована, да. 35 грамм, 60 грамм. Лимонный перец. Я вот как-то первый раз такое вообще вижу. Лимонный именно перец. Есть молотый, а есть не молотый. Ну да, тут много всего. Мелиссы, ну и все такое обычно тоже есть. Просто из интересненького что-то еще. Когда их так много, выглядит очень круто. Посмотри, уцхосунели. Я знаю, это, наверное, просто... грузинское что-то. Да, хмелиссунели, это уцхосумели. Глинтвейн экспресс. О, вот это классно. Порционный, да, такой. И вот какой-то чай, кофе. Это я не знаю даже что. Это, наверное, как это. А, смотри, это вот написано смесь для чая. Ты, добавка. Наверное, когда делаешь, да, чай? Добавляешь. Угу. Имбирные пряники. Круто, круто. Вот тоже добавка. Да, вообще. Приправа для сала шпик, если сам делаешь, смотри. Угу. И вот реально много же тебе не надо, да? Ты взял 50 грамм, 365 тенге, и все. Ну вот мне хорошо, что здесь написано, например, вот без соли конкретно. Угу. Или там, ну, соль, да, состав есть. Гималайская соль. Именно семенами. Не молотый, да? Да, смотри, как он выглядит. 940. 20 грамм. А вот такой же молотый. Ну да, вот. Угу. Молотый. Тут прям грузинские вот эти специи. Гамальджоба. Это же приветствие какое-то, нет? Выглядит прикольно. И недорого, по идее. Ну, мне кажется, в принципе, за такие специи сейчас это нормально. Сейчас я посмотрю, точно это в Грузии сделано? Тоже такие конфеты вот, какие-то, да. Не знаю, национальные или нет. Турецкие, вот написано. Ой, такие турки. Тяжелые, кстати. А, да, вот турецкие. Турецкие такие сладости. Да, это шоколадки. Да, шоколад нет. И кокос. Вот это вот шоколад с кокосом. Это шоколад и арахис. Шоколад и альмонд. С орехом. Корица. Да. И очень много орехов сразу уже поделены, это которые... Это знакомая. А, курага вот это курага с косточкой. Просто есть белая. Да, а да. И желтая. Вот белую, кстати, я не видела, вот такую видела. Да, разбегается. Хочется и тут посмотреть, и тут посмотреть. Тоже классно. Помнишь, мы такие орешки бразильские видели на рынке Шигыс? Вероника видела вот эти лампы. Я обожаю вот такие вот лампы. Я хочу синие себе, только чтобы они каскадом были. Очень красивые. Шелковица. Шелковица, шелковица. Угу. Джигида. Джигида, кстати, представляешь, себе. Есть. Инжир вот такой. Сколько я такого съел? Ой, я не представляю. Очень много. Синьцзянь. Персик сушеный. Вишня сушеная. Клюква. Вот вялина. Это вот, кстати, тоже не прям выглядит часто встретишь. Выглядит красиво, да? Ну, оно не фасованное ассорти, но вот здесь вот смотри. Как это называется? Вот у меня тоже вылетело. Я не могу вспомнить фрукт. Но такое тоже в магазине не всегда есть. Такие ассорти просто. О, овсяное, фундуков. Вот это классно, вот это вообще классно. Потому что, ну, в супермаркетах чаще всего вот эта фирма и байт тоже. А здесь большой, да, выбор, да? А здесь прям вот я смотрю, вот такая фирма, я ее такой не видела. Вот этого тоже не видела, классно. И вот и эти мука. Вот, да, полезно, которые тоже вот, ну, чаще всего в интернете заказываешь. А теперь здесь вам, да. Приходи, покупай. Вон мука кокосовая, нутовая. Не, ну и зеленых вот бананов, миндально. Все. И вот масала тоже есть. Масала чая, да, это круто. Смотри, тоже куркума, имбирь и лемонграсс. Масел очень много. Вот, а я, знаешь, еще по-моему. Что заметил? А, вода вот минеральная. Может, возьмем, попробуем грузинскую? Давай, где-то тоже. Вода минеральная, природная, питьевая, лечебная, столовая, газированная. Телмас. Давай такую возьмем и вот эту, которая у тебя в руках. Давай. Попробуем. Вот это армянская вода, а это российская, что ли? Синенькая, она газированная, а это нет. Это не газированная. Газировчики. Варенье тоже, смотри, есть. Я думаю, что это что-то типа без сахара. А, да, смотри, без сахара. Вот с лимоном есть, с персиком. Ой, с манго, с персиком, с грушей, с ананасом. Шоколад. Ой, тут, короче, вообще, вот мне сюда. Кажется, вау, вот это классно. Крем-десерт, сгущенное молоко. Без сахара.
Есть вареная, есть обычная. Лезный очень. Гречишный. А что-то он маленький такой, ну, как будто. Ну, они, да, они маленькие. Вот они гречишные, это белый шоколад ручной работы. И вот тут много разных вкусов. По 620 тенге, да? Да, вот тоже это гречишный грамм. Шоколад. С имбирем и лимоном. Это с кокосиком. Разные. Очень много витаминов. О, витамины, кстати. Черный тмин. Вот я хочу купить себе попить масло черного тмина. Надо почитать, подобрать что-нибудь. Здесь хороший выбор. Вот масло черного тмина. Же видишь, омега-3. 6-9, крепкий иммунитет. Да, хорошие витаминчики надо выбрать. Есть урбич. Урбич, вообще говорят, это тема. Это кайф. Да. Это же вообще кавказская. Кавказское здоровье, долголетие. Это как паста. Да. Вот из семян амаранта, льна, конопли, кунжута, ядер арахиса и абрикос. Представляешь, сколько там вообще полезного? А вот это что такое? Ой, Русь, смотри. Это какой-то жир. Утиный жир, конский жир. А жир муларда, это кто? Это птичка какая-то. Да, и еще смотри, бульоны есть. Бульончики перепелины, барани, говяжий, утиный, гуси. Вот это круто. И тут смотри, масло топленое. Масло кхи. Все сейчас на нем готовят блогеры, да? Да. Раньше готовили на кокосовом, теперь на кхи. А бульоном, наверное, тоже, знаешь, как лечится. Да, я тоже думаю. А давай почитаем, даже давай. Интересно. Это коллаген здесь. Ну, вот это вот, блин, это надо знать, конечно, зачем этот жир кушать. Здесь на вес можно самому, как бы, сколько надо набрать. Потому что есть вот в таких упаковочках, готовые уже, если надо много, сколько хочешь, столько наложил. Так, надо финики выбрать. Я думаю, может, вот эти возьмем? Рамазан? Да, рамазан. А какие, белые, желтые или зеленые? Давай вот эти вот в красной упаковке. Красные? Угу. Лугуни с козьего молока. Это вот фермер Кизе, да? Да. Реклама, которую мы видели на улице. Курт тоже очень много, но мы свой еще не доели, который покупали, да, на ярмарке. Курт у нас остался, а вот сулугуни, кстати, можно. Давай взять. Попробуем. Да. Порох есть. Порох, кстати, тоже можно купить, если хочешь. А это сметанка, да, наверное? Да, такого разберем. Нет соленого. Ой, а есть. Есть соленое, есть. Пойдемте пробовать. О, попробовать даже можно. Держите, вот это соленое. Это пресное, но она еще отойдет, его только привезли, она мягче. Когда домой пойдет, у меня на морозке стояла. Что думаешь? Давай соленый. Давай со соленый поедем. Мой инстаграм, ладно, первый. А вот это вот кусочки, это что такое? Это вареный творог, она варится, томится 24 часа. Вот можете попробовать, Коспа, туда, да, добавляется сахар. Римшик? Это римшик. Посыл римшик. Она варится, томится 24 часа. Туда добавляется сахар. А это жинт. О, сколько чая разного. С имбирем, с лимоном, шахерезада. Даже подарки есть такие, я смотрю. Подарочные наборы. Вот такие чайники есть сразу. Да, пахнет вкусно. Это что, пастила, что ли? Да, травяные букеты. Вот он, китайский. Прям плитки это такие. Не написано. Пуэр. А, да. Есть вот маленькие такие, прикольные. Одна штука 200 тенге. Да, есть вон дахунпао, несколько видов. 50 грамм, 5000. 100 грамм, 9900. Нансян пуэр. Вот он есть, лонтин. Вообще, вот этот очень крутой чай. Тигуаин. Вот такой обалденный. Сянчха. Тоже это неплохой такой. Сянчха. Вот есть кавказский, есть азербайджанский. Есть узбекский, сичан, красный, молочный. Вот такие вот шарики, смотри, жасминовые личи, их закидываешь, а когда попали, да. И кувшин. И там цветочек такой красивый. Раскрывается, ну. Одна штука 750. Инстаграм, WhatsApp, так что можно все узнать. Все, спасибо большое за чай. Так, ну что, так мы сейчас с подарком выходим. Ты знаешь, ты не знаешь, а я-то знаю. Нам подарок подарили? Нам еще подарок подарили. Серьезно? Да. А чего ты молчала? Ну, просто на чай как залить.
Это круто вообще. Мелочь, а приятно, я так скажу. Я тебе сейчас покажу. Мне очень понравился магазин, хороший выбор. Чая много вообще, там всего, там вообще специй. Сухофрукты, правильное питание, там всякие масла, жиры. Я так смотрю, ё-моё, вот Караганда развивается, да? Покажи меня, покажи. Рада, что мы погуляли по этому, по фундуку. Ну все, тогда в норму сразу. Да. Ой, ё-моё, сколько лучше, Русик.